Небольшое резюме по Актюбинской области. Наверное, многие знают, многие не знают. Актюбинск – это та область, которая граничит именно шестью областями. Костанайская, Карагандинская, Кызылординская, Западный Казахстан, Уральск, Атырау, а также Актау. И это единственная область, которая по СНГ граничит с двумя странами. Это Российская Федерация на севере, а также на юге получается Узбекистан, автономная республика Карақалпақстан. Актюбинск является это основным хабом Великого Шелкового пути, которое соединяло Европу и Восток Азии.